Идет активное обсуждение предстоящих мероприятий. В скором времени наступит День отцов. Юношам из первичного совета движения первых 28-й школы предстоит не только принять в нем участие, но и выступить организаторами. Движение первых – это для меня общественная организация, где собираемся мы с друзьями. То есть я с ребятами познакомился благодаря движению первых. То, что мы все собрались с одной идеей, с одной мыслью. То, что мы хотим помогать людям. Целый год совет движения первых 28-й школы возглавлял Вадим Кириллов. Сейчас он один из лидеров городского совета по направлению «Патриотизм». Понимая ответственность своих задач, юноша набрал команду. И сейчас без их участия и помощи не обходится ни одно крупное городское мероприятие патриотического плана. Ребята выступают в основном в качестве волонтеров. Один из ярких проектов движения первых – это «Хранители истории». Это проект, который подразумевает, что школа или, например, какое-то учреждение берет шефство над каким-то памятником, да, или убирает могилы погибших военнослужащих. То есть такая очень важная миссия, я считаю. Вот. И, естественно, они проводят какие-то мероприятия, связанные с исторической памятью, с историческими датами. Сейчас Вадим Кириллов – один из 15 кандидатов на пост председателя регионального совета движения первых. Должность ответственная, конкуренция среди претендентов очень высокая. Для победы важно грамотно продумать предвыборную программу. Я хочу сделать, чтобы... жизнь была более интереснее. Из-за этого я хочу сделать побольше мероприятий для детей и подростков нашей республики. То есть форумы, семинары, слеты, фестивали. Чтобы ребята обменивались своими мыслями, делились опытом друг с другом. И чтобы у них жизнь, в принципе, была веселее. Голосование за будущего председателя Совета первых Татарстана проходит с 7 по 12 октября. Поддержать нижнекамца можно, пройдя по QR-коду, указанному на экране, а также на сайте движения первых.